Единороссы поздравили с днем рождения старейшего партийца Розу Адамову. В этом году заслуженному учителю из Кулинского района исполняется 91 год. Из них более 60 она посвятила педагогической деятельности, преподавала химию, биологию и дагестанскую литературу. Добавлю, торжественный визит организовали по поручению секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и секретаря регионального отделения Сергея Меликова. Елена Ельникова, заместитель секретаря отделения, вручила имениннице цветы, памятные подарки и приветственные послания. Большое спасибо лидеру Единой партии Андрею Анатольевичу, что он меня поздравил с юбилеем. Вот. И вот партия Единая Россия желает успеха и процветание и добросовестное такое, чтобы благополучно прошла операция с Украиной. Гостям Роза Адамова рассказала о своих учениках, которые занимали призовые места на различных олимпиадах и поступили в лучшие вузы страны. Они по сей день не забывают своего учителя, приходят в гости, говорит именинница.